Всем привет! Сегодня я вам покажу свои покупки с сайта AliExpress. Один из товаров я ожидала более 2 месяцев. Возможно, где-то эта посылка шла 2,5 месяца. Это очень долго. Но она ко мне пришла. Пришла она ко мне вот в таком вот пакете. И, соответственно, все это было спрессовано вот в такой вот пупырчатой пленке. Я уже товар достала, чтобы он немножко пошел в свою форму. И, соответственно, что я вам хочу показать? Это балетки. Балетки достаточно интересные. Это одна из популярных серий, которая продается на китайском сайте AliExpress. И, соответственно, что меня в этих балетках привлекло? Ну, конечно же, это материал. Материал, дизайн. Так как эти именно балетки можно совмещать с различными типами одежды. Но мне не совсем понравилась, конечно, вот эта вот ткань, потому что она легко мнется. То есть, посмотрите, она как бы форму не держит. Мне казалось, что она будет немножко плотнее по своей структуре, но при этом оказалось, что она такая достаточно очень, видите, очень тонкая, и она форму не держит. То есть, да, она будет облегать ногу, но так как указано у них на сайте, да, вот полностью, как она вот держит форму, она не будет держать. Может быть, конечно, если что-то положить сюда, да, чтобы оно выпрямилось, вот видите, здесь тоже провал такой, она будет держать, но это мало сомнительно. Балетки очень стильные, они есть еще в одном оттенке, он более такой красненький, то есть там больше красных вкраплений. Я взяла вот такой вот, более такой черно-фиолетовый, как бы, да, такой, ну, такой более холодный цвет. И здесь есть бантик на балеточках. Вот, он приклеен, то есть он у вас никуда выходить, да, отрываться не будет. Это тоже большой плюс. Также балеточки сидят на ногах и имеют вот такую вот застежечку. То есть позади ножки вы можете ее спокойно вот так вот завязать. То есть на ноге смотрится очень оригинально, конечно, очень красиво. Но единственное, вот что форму не держит, да, что они помялись. Ну а так в целом балетки мне очень понравились. Я уже их одела. Это, кстати говоря, 41 размер, но они полностью совпадают по длине стопы, моей стопы. То есть обязательно нужно мерить в сантиметрах. Это очень важно, так как китайские размеры, сами знаете, могут быть меньше вашего или наоборот больше, в зависимости от кроя. Вот, вот такие вот балеточки. На второй такой же, такая же балеточка. Что еще характерно для этих балеток? Как вы можете видеть, я вам сейчас покажу. Здесь ткань, да, из которой они сшиты. Вы можете видеть, что расцветка не одинаковая. То есть вот этим и отличаются эти балетки, что они играют вот такой вот, скажем так, миксовыми цветами. То есть вы видите, да, вот эта внутренняя часть балетки и насколько здесь различие цветов. Но при этом, да, вот на характерное сочетание на носочках. То есть фиолетовый здесь, черный здесь. То есть, в принципе, очень интересные такие стильные балетки. Вот, внутри они из такой вот, я не знаю, как называется эта нитка. Кто знает, подскажите. Но я думаю, что потеть нога не будет. Надеюсь, что понравится. Ну, конечно, вживую, еще раз, да, повторюсь, если бы ткань была немножко поплотнее и держала бы свою форму, да, то есть они были бы, имели такую, ну, то есть держали форму, да, несгибаемые были бы, цены бы им не было. А так, в принципе, ну, тоже неплохо, носить можно, но немножко я так подрастроилась. Но, в принципе, ничего, так нормально. Поносим, посмотрим. Так, давайте следующее посмотрим. Наверное, не буду я пока ставить балетки, хотя давайте поставим, пусть стоят. Нам, в принципе, не так это страшно. Следующее, в преддверии лета, в преддверии спорта, на дальнем расстоянии выезды, я заказала себе леггинсы. Они пришли вот в таком вот пакетике.
магазин. Я только что все просто распаковала, чтобы вам показать. Пришли они вот в такой виде. И давайте посмотрим. Конечно, я потом сделаю, наверное, фото. И покажу вам, как все это выглядит. Просто сейчас нет возможности показать все прям сразу и полностью. Вот такие вот леггинсы мне пришли. И, честно говоря, меня уже убивает вот этот вот белесый проблеск, если вы видите, на черных, это черный цвет, на черных леггинсах. Это ужас, я вам хочу сказать. Но давайте посмотрим. Здесь вот такая вот резинка не очень хорошего качества, потому что сама зона резинки большая, а сам размер, как вы можете видеть, я вам сейчас покажу, в два раза меньше, чем эта резинка. То есть это какой-то, знаете, ужасный пошив. Вот. Но при этом ткань хорошо тянется. Леггинсы с принтом. Спринтом вот таким вот, то есть это красно-черно-серый. Леггинсы сами по себе очень тоненькие. В принципе, только непонятно, почему-то вот здесь они не очень хорошо тянутся. Честно говоря, как-то меня это очень смущает. Я не мерила еще их, соответственно, не могу ничего сказать. Возможно, конечно, такие проблески сейчас по той причине, что они просто были спрессованы, да, и вы можете видеть. Но мало того, что они спрессованы, так вот эта вот черная ткань, понимаете, она за счет вот этих вот сгибов просто краска начинает сходить. Но это мы с вами посмотрим. Честно говоря, какой кошмар. Вот теперь давайте мы посмотрим вот на эту часть. Это, значит, у нас с вами задняя часть. Посмотрите, какой ужас. То есть, как это все сшито. Я, честно говоря, первый раз попадаю с товаром на AliExpress, где прошито не пойми как и не пойми, что это. Вот, что-то какой-то тут заусенец. Но видно, что пошито на скорую руку. Это, кстати, размер M. Кому интересно. Вот. Но ладно. Может быть, пока сейчас это все так выглядит, потому что, соответственно, это все еще не было одето и, соответственно, не приняло форму, да, ноги, там, я не знаю, части тела. Поэтому в таком состоянии, но, честно, мне как-то не очень понравились эти леггинсы, но я их, конечно, одену и мы посмотрим, то есть как они будут себя вести. Ну и давайте вернемся к последнему товару, который был также заказан к этим леггинсам, но у другого покупателя. Это так называемый йога-топ. Я специально себе купила, давайте посмотрим, как он выглядит. Он выглядит вот в таком вот еще одном пакете. И еще в одном пакетике. Я очень люблю такие пакеты. Вот такие вот, смотрите. Я теперь их коллекционирую. Очень удобные. Давайте посмотрим, что же это за йога-топ. Йога-топ тоже выполнен из такой вот ткани. Кстати, очень похоже на леггинсы. Но ткань такая, да, которая впитывает влагу. Кстати, вот эти леггинсы, они тоже должны впитывать влагу. Но это я протестирую, обязательно вам тоже расскажу. Уже на этой неделе это будет происходить. Вот такой вот йога-топ. Конечно, сейчас камера немного засвечивает. Он на самом деле такой глубокий, черный, глубокого цвета. Вот сейчас, может быть, с правой стороны вы видите его реальный цвет. А здесь он немножко засвеченный. Он идет с длинным рукавом. На рукаве есть такой вот проем для пальчика, по-моему, где-то здесь. Вот он здесь есть. И, соответственно, вкрапление сеточки у него на плечах. И если мы с вами будем смотреть заднюю часть этого топа, то мы увидим, что здесь вплоть до середины спины. Он, в принципе, достаточно длинноватый, но при этом очень качественно пошит. Давайте посмотрим, какой это размер. Очень мне понравился, вообще безумно. Но здесь нет, кстати, бирочки, также внизу, внутри. Есть вот здесь. Это у нас с вами, смотрите, размерка S,
не знаю, видно вам будет или нет, 90% полиэстера и 10% спандекс. Очень классный топ, йога-топ. Мне он очень понравился. И я также сделаю фото, я обязательно вам, да, в видео, которое я планирую снять, как комбинирую одежду, обязательно его вложу. Вот топ, топ, мне очень понравился. Леггинсы могли бы быть более качественные. И мне не очень еще нравится, что очень легкая такая, опять же, тоненькая ткань, что не свойственно для леггинсов хорошего качества. Но, опять же, все зависит от того, что хотел заложить продавец в данные леггинсы. То есть это просто какие-то стильные классные леггинсы, да, или это леггинсы для спорта. Это очень важно. Ну что ж, это были мои покупки с сайта AliExpress. Оставайтесь со мной. Всем пока-пока!